Всем здравствуйте! Сегодня расскажу про растение, называется мышиный горошек. Многолетнее растение, тонкие стебли, тонкие, цепляются к соседним растениям, вот к березке оно зацепилось, усиками своими оно цепляется, видите усики? Вот за различные травы цепляется, за клевер. Видите, растет на лугах, его можно увидеть на склонах, на опушках. Высота разная, здесь в траве он высокий. А вдоль дорог он будет мелкий горошек. Полезная трава. Растение обладает противосудорожными, кровоостанавливающими, ранозаживляющими, успокаивающими качествами. Славится еще кормовыми характеристиками. Также растение прекрасный медонос. В древности считалось, кто ест мышиный горошек, избавляется от различных недугов. Растение можно увидеть. Показала уже, где на склонах, на полянах. В составе мышиного горошка содержится большое количество протеина и витамина С. Его химический состав не изучен до конца, поэтому применение данного растения в официальной медицине пока ограничено. Как правило, в местах, где есть мышиный горох, можно обнаружить пасеки или улей диких пчел. Ну вот я пока здесь не вижу диких пчел, ни ульев. Молодая зелень, вот зелень мышиного горошка, используется в салаты, в суповые заправки, в соленье, в овощные рагу. Она богата витаминами. Семена растения, вот после цветочков появятся семена, по вкусу не отличаются от обычного гороха, но развариваются они быстрее. Используется как свежая, так и сухая трава. Из свежей травы можно делать припарки, помогающие лечить фурункулы. Также припарки снимают воспаление молочных желез. Устраняют последствия укусов насекомых. Облегчают боли в суставах. Вот такая вот полезная травка. Всем до встречи!